Тут все хуево. А что там так все хуево? 400 метров от меня хохлы ходят, разговаривают, ебаный в рот. Вали их нахуй. Да и, блядь, все не так уж просто. Да. Вот. Уже месяц, сегодня ровно месяц, 28 дней, да, сегодня 28 числа, да, ровно 30 дней мы здесь, да. Знаешь, где я нахожусь? Где? Харьковская область, Купянский район, ближайший населенный пункт, это вот 500 метров на Кисловка, с которой еще хохло выгнать не можем. Хотя уже вчера по телеку пи***нули, что вы номера взяли, нахуй. А еще не взяли, да? Да ну, какой, успокойся, нахуй, мы не возьмем, они за эту железную дорогу там бьются, я ебал. У нас, блядь, в третий день мы приехали, нас разъебали, у нас осталось 30 человек, ебаный ворот. Да, ты. Я уже и затрехсотился, блядь. Блядь, птичка, коптер, гранату скинул, пи***ас, в ноги прям точно. Птичка. Осколок под коленочку залетел, нахуй. Раз 40 уже, вот за 30 дней раз 40 чуть не подох, нахуй. Серьезно, это пиздец.